Пожалуйста, капитан первого ранга Криворог Олег Леонидович, крейсер «Москва» в Средиземном море. Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладывает старший на походе капитан первого ранга Криворог. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» в составе оперативного соединения военно-морского флота в восточной части Средиземного моря решает задачи по обеспечению боевой устойчивости кораблей и судов, выполняющих перевозки в Сирийскую Арабскую Республику, прикрытию с морского направления пункта базирования российской авиагруппы и пункта выгрузки грузов, доставляемых морским путем. В ходе выполнения задач кораблем пройдено 10 300 морских миль. Осуществлено конвоирование и прикрытие 27 кораблей и судов, выполняющих доставку грузов в порты Сирийской Арабской Республики. Обнаружен и выявлен характер действий 53 кораблей и 2375 самолетовылетов вооруженных сил иностранных государств, осуществляющих свою военную деятельность в восточной части Средиземного моря. В настоящее время гвардейский ракетный крейсер «Москва» в назначенном районе осуществляет контроль за воздушной, надводной и подводной обстановкой для создания благоприятных условий действий сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Вооружение и технические средства крейсера в строю, личный состав здоров, морально-психологическое состояние экипажа высокое. Доклад окончил. Олег Леонидович, в ближайшее время в район ваших действий подойдет французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками. Начальник генерального штаба и министр обороны соответствующие указания получили. Нужно будет разработать с ними план совместных действий, как на море, так и в воздухе. Спасибо.